Что случилось, Чепитосики? Что-что? Тося сегодня в школе получила двойку. Ну и что? Подумаешь, лебедь, ничего страшного. И еще случайно гавкнула на учительницу. И теперь тебя вызывают в школу к директору. Ой, что же теперь будет? Что? Не боись, я за тебя заступлюсь. Пошли домой. 2 hours later. Где она? Я ее спрятала. Ты до нее не доберешься. Подумаешь, гавкнул. Случайно, с кем не бывает, да, Тось? Я все равно тебя люблю. Ши! О, Чепитосики, здорово! А где наш мамка-то? Что сегодня было в школе? Что опять случилось? Тося, заходи! Она в пакете! Что такое, Тося? В школе на Тосе все смеялись. Сказали, что она принесла в класс шей. Шей? Да как так-то? У нас же никогда не было шей. Чап, заводи нас мамку. Знаешь что? Сама заводи. Тасман, не переживай. Сейчас я тебя помою, и не будет никаких ушей. Не расстраивайся только. Ну все, теперь по тебе никто не ползает. Пахнешь ты прям твиксиком. Ну все, иди к Чапке. Дочки, доставайте свои дневники, буду проверять уроки. Ой, Тасман, держись. Ой, нет, сейчас останется от меня один хвостик. Не переживай. Уж хуже, чем в прошлый раз, точно не будет. Итак, Чапик, начнем с тебя. Одни пятерки. Молодец, Чапик, заслужила сережки. Ура! Как раз скоро на день рождения к подружке иду. Я с тобой, сестренка. Может, обойдется? Так, ну твоя очередь, Тось. Бестолковая! Ну, Тасмана Аряновна, вы наказаны. Больше никаких мультиков и молочка на ночь. Не переживай, я знаю, что надо делать. Это что еще такое? Блин, что же я наделала? Прости меня, Тасманчик. Подумаешь, четверка, зато ты самая добренькая. Девочки, собираемся в школу. Так. Тось, зачем тебе бегудюшка? У тебя же 3 волосинки. Вот поэтому и нужны, чтобы попышнее было. Чтобы в школе хорошо себя вели. Хорошо, мам. Чтобы с распущенными волосами не ходили и губы не красили. Поняли, поняли. И никаких бус, а то из-за вас меня опять в школу вызовут. Может, признаемся ей? Ни за что. Сегодня вы на продленку не пойдете. После школы сразу домой. Будем обедать. Я борщ приготовила, девочки. Ну все, девочки, будьте пальниками. Конечно, мам. Ты же нас знаешь. Знаю, поэтому и прошу. Давай сюда бусы, Тося. Не тормози. Давай быстрее. Если она это увидит, она нас прибьет. Ты еще громче кричи, чтобы нас точно спалили. Ой, правда. Чепитосики, бутербродики забыли. Уже уехали. Ой, мы, кажется, обратно едем. Остановите лифт. Чепитосики, мы забыли. Ой, извините, опоздала, думала мои. Чепитосики.